Национальный банк решил сохранить учетную ставку на уровне 10%. Об этом сегодня рассказал председатель НБКР Толкунбек Абдугулов. Темпы развития экономики на сегодня положительные. Экономический рост в этом году составил 4,8%. Незначительно ослаб внешний спрос, что связано с замедлением темпов роста стран-партнеров. С начала года внешний торговый оборот снизился на 18%. Чистый приток денежных переводов в долларах сократился более чем на 28%. Глава Нацбанка также проинформировал, что с начала года курс доллара в стране вырос почти на 29%. Для сглаживания резких колебаний обменного курса Национальный банк провел 25 интервенций по покупке и продаже валюты. Абдугулов также рассказал об итогах спекулятивной атаки, которая произошла на прошлой неделе. В результате курс доллара резко повысился. В финанс-кредит банке расположены на Моссовете без согласования с руководством по указанию казначея этого банка был установлен курс 78, когда на тот момент рыночный курс составлял 75. Рынок, обменное бюро, сразу же подхватили этот курс. По коммерческому банку были предприняты следующие меры. Была направлена инспекция, была проведена соответствующая проверка, факты были подтверждены. Было рекомендовано отстранить казначея от работы.